Послушай, было время, когда боксеры мотались из города в город, как дуэлянты. Они рисовали линию на песке и бросали вызов любому, кто осмелится ее пересечь. Давай, сынок, бей! Зарабатывали деньжат и ехали в следующий город. Но дрались они не ради денег. Просто они были рождены драться. Если не деньги, тогда ради чего? Чтобы понять, на что способен. Никуда тебя приведет бокс! Никуда! Роди, хватит! Тебе нужна помощь! Ты же отбитый наглухо! Хочу понять, зачем ты слил бой. Ты готов? Я, конечно, нервничаю, но я не боюсь. Отлично. Бойцы на всю голову.